Почечную недостаточность у Альбины обнаружили, когда ей исполнился годик. 5 лет девочка принимала различные сильные препараты, но лечение не помогло. Сейчас болезнь стала резко прогрессировать. Почки ребенка работают лишь на 15%. Другими словами, почки малышки медленно умирают. Сейчас болезнь достигла 5-й, последней степени. У каждого лекарства есть побочные эффекты. За годы тяжелого недуга у Альбины появилась еще масса серьезных заболеваний. Печень, кальций у нее, кости вот атрофируются. Искривляются, анемия у нее, зрение у него, астигматизм у нее ухудшается на фоне гормонов, вот этих гормональных препаратов. После гормональных препаратов, если она простывает, горает, простые лекарства ей не поддаются, не лечатся. У нее такой вот, они сильные препараты. У нее рвота пошла после гормонов, уже отторжение идет. Печень, желудок постоянно болит, у нее 6 лет пить лекарства в больших дозах, гормоны. Маленькая Альбина сейчас лишена всех радостей детства, но она не теряет надежды и строит планы на жизнь. Я хочу на улице играть, бегать, в школу ходить, писать, сон, все, уметь танцевать. Я хочу стать певицей и актрисой. Почки девочки могут отказать в любую минуту. Спасти могут только донорские органы. В Минздраве Казахстана выделяют квоту, но при условии, что будет найден донор. Ждать Ускембаевы не могут. Трансплантация органов нужна незамедлительная. Пересадить донорские органы Альбине могут за границей. Операция стоит 50 тысяч долларов. У семьи Ускембаевых таких денег нет. Однако родные малышки уверены, что найдутся неравнодушные к чужому горю люди. Все, кто может помочь Альбине, могут обратиться по номерам телефонов, указанным на экране или в нашу редакцию. Айыркермек, Альфараби Кусенцов, телеканал «Алматы».